Посылки с сюрпризом регулярно находят сотрудники УФСИН. Заботливые родственники и друзья нередко передают осужденным запрещенные предметы. Так, за первый квартал 2018-го офицеры обнаружили в передатчиках 70 мобильных телефонов, 30 сим-карт, 20 зарядных устройств. За это на граждан были составлены протоколы об административном правонарушении. Им грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. Еще одному ивановцу, который думал обмануть систему, грозит уголовное наказание. Он старался передать в зону наркотики – 3 грамма запрещенных веществ. Сотрудники УФСИН всегда под подпись предупреждают визитеров об ответственности, но не помогает. Если запрещенные предметы или вещества найдут у тех, кто уже отбывает наказание, их ждет дисциплинарная ответственность или даже новое уголовное дело. Способы совершенно разные. Зашивают в швы одежды, в швы сумок, пытаются поместить запрещенные предметы в пищевые продукты. То есть у нас были и наркотики в меде, и пытались рассыпать сухие наркотики в крупах. Также пытались пронести в детских даже завтраках. То есть совершенно разные способы.